17 проектов, которым не оказалось равных. Их авторы, волонтеры, журналисты, представители некоммерческих, спортивных и образовательных организаций. В областном правительстве чествуют победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе». Очень радует, что от Пензенской области в этом году было подано 230 заявок. То есть это большая работа организационная была. И для сравнения могу сказать, это в 4 раза больше, чем в 2022 году. Поэтому коллеги из Министерства образования здесь присутствуют. Я вам очень благодарен. Почему? Потому что вот именно вы организовали работу по увеличению количества заявок. И, коллеги, я убежден, что и вы, наверное, меня поддержите, что в любом случае количество рано или поздно переходит в качество. В одной из номинаций победил проект, автором которого является главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова. Программа направлена на повышение пенсионной грамотности среди пожилых людей. Объяснить и как бы быть полезным. Поэтому в нашей редакции мы проводим вот эти курсы. Все как в настоящей школе, 40 минут. Учеба, перемены, чаепития, дальше обучение. Занятия проводим совместно с отделением Социального фонда России по Пензенской области. Победители автоматически становятся кандидатами на прохождение в финал премии. Он состоится в Москве. Ожидается выступление президента России Владимира Путина.